Нарпал, мили фласки. У нас гильдейский получается рейд. Убили, да? Да ты шо? Чё-то я не вижу бугов. Ага, да. Тринки по ИПГП. А тут вон дерево еще одно есть. СПД, пожалуйста. Спасибо. Войт, а немного хилов? Он там, вон, дерево бегает. Давай дерево пингвина. Вон бегает. Танк Адру четвертый. Твоей. Да. Танк. Да, есть. Не слышит. Там приз, кстати, наверху сидит в пугах. Какой крест? Милику давай. Спасибо. Да хрена, да. Я в аркане, я 3% дам. Да при чем? Я даю, вообще почитай, чародейское могущество дает весь урон на 3%, поэтому... Это разные бафы, здравствуйте. Хочешь сказать, что они стакаются? Естественно. Каску мишки организуйте. Я кулаки. Вау. Вау, это да. Ну да, это мы твинк. Он лимтахерн. Ну ты почти справился. Ну короче, хер какой-то. Какой ты хер? Нихуя себе, мне под теми бафами 57 мастерства охуеть. В Дискорде перенести его надо. Но без бафов у меня 48. Голубое пати, давайте заканчивайте с ПФБ. Пережить испытания войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников по кругу. Гиппи.
увидишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, бросающий бивень. Бой, герой! Все, стоп, пусти. Следующего бойца на арену выходит ледяной лев. Сражайтесь или погибнете, герои! Ха-ха, у нас 5 магов. Thank you.
Ну, камон, здесь... Что вы удивляетесь? Нормальный ДПС для своего кипа. Ну... Ну, у меня 256, я второе место по ДПС держу. Четвертая ката, блядь. Ты три не видел свои? Ой, ты думаешь, блядь, это весь ДПС? Это дохуя ДПС. Три, блядь, не второе место по ДПС. Половина игроков, блядь, за свой класс играть. Я не говорю, что я, блядь, пиздец какой охуенный. Просто он шарит, блядь. Блядь, пизда, я... блядь. Не знаю, что делать. Блядь. Прожимаем. Ну это не я, это ДКшник взорвал. Я отбежал, я хз. А, моб ДК. А, походу, ну видишь, никто не сдох. Но при этом он замирает. Когда он не бьется в стенку, он, соответственно, растет. А в гере эта хрень не снимается. Вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Кто на боссе, кто на ком. Ты бы отключил ее ПКП. Типа, чтобы не выскакивало это говно постоянно. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Врата и вулканы. Всевластным Вилфродом Небопамсом, мастером призыва, ты покорен мне, демон. Ничтожный гном, тебя погубит. Тут пидорас. Перед вами Джараксус, эританский повелитель Пылающего Легиона. Так.
ух, ебать. Три выка, и пиздец. И утешение. О, твоя Женя. Ну... Будет. А ты отключил бы этот блокмастер? Это ролить? Еще рано. После 4 боссов разрулим 2 босса. Добрый день. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями. Маги, я повторил ловлю. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. А шипать мне нужно? Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Могу подиспелить. И сдохнет от собаки. Если что, то только магия рассеивается. Так. По врагам тоже ДЦ. А там будет шаман давать Геру. Там есть шаман? Да, в любом случае. В ВК всегда вроде есть шаман. Короче, по врагам тоже даешь. Да, хорош. Недостаточно. Я уже на месте.
Мне кажется, под шаман. Веру дать. ШП точечный диспел в звезду. Звезда мертва, блядь. Я уже встал. Сейчас кружок уже миллион стал. Дайте инр. Печенька сдохла. Шамана, наверное. Крест. Так он уже убил всего. Он как бы выхилили, он упал. И Шокол бегает. 30%. Сейчас остальное. Убили. Звезду убили. Луну? Где уж тебе? Я пока не могу использовать способности. Надо подождать. Это лучшие представители Орды. Один хил остался. Без маны. Могу дать маны. Дал маны. Кончилось дерево, дальше. Там Шокол просто, блядь, ебало рвёт. А он вертушку включил и в рейд пришел, ему хоть. Мак упал почти что. А тут открывать бесполезно, АУЕ все равно идет. А, сдох мак. Че, черепок? Не? Жалкая тряпка. Арсен на патруле лежит.
я танком. Меня тупо склеило, не прохилили. И Шокул потом бегал. Квадрат упал, кого дальше? Говнёк, блин. Ну, я там помог ему чуть-чуть похилить. Диспел, диспел. Реально, победите его! Я не попадаю мас диспелом. Всё, да. Сдох, череп. Я тебе скажу так, тряпочная пати сдохла последней. И то оно еще частично живое. Не знаю, во втором пати остались только донати. Только донати. Чем совпадение, не думаю, да. Турбойсы, обезьяны. Все проплачено, блядь. Нет, у них просто этот рок не свишнулся, и ДК за ними не бегал. Ой, да ладно, за мной вар, блядь, бегал по КД. Просто проплачен. Свой вар за вами бегал. Мы ему просто заплатили, чтобы он отъебал. Вот тому выебило. Да я тоже там кого-то приморозил, в меня ДК свичнулся, потом рога запрыгнул. Короче, было больно. Кто еще, кроме короля лича, выиграл? О, еще тренька выпала. Обновите каску под ДК. Кстати, вот этот треня пизже даже, чем ключ от танка. Не, ну просто ключ он сразу снимает босса, а это у тебя как бы оверхил, он тебя поднимает, она все время это хп. Да, был. Ну, я понял, только не все, не со всех сторон. Давай два танка. Хорошо. Мужик, я магом пособираю, не проблема. Спасибо за очевидность.
Ты нам... Может магов. Привет. Да, тут. Не принял, я только подошел, она пропала. Сорвал агро, заберите, пожалуйста. Сменил, меня босс убил. Кричу. Треугольник.
последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Давай я степнусь. Не, хаприст. Типа Драгма сильнее меня дамажит намного. А я похилить, я нормально захилю, когда все в одной точке стоят. Сдох уже на второй фазе, в рейд прилетела сфера, и меня зацепило хвостом. Мы переключили... Блядь, отойдите с рыбы! Вот, просто, грубо говоря, я стоял вот где сейчас щит Орды, вот с этой стороны собирал. В рейд с жопы залетела сфера, а я ее чисто физически не видел. Нет, нет. У него нет, и у меня нет. Но оба отдали. 6 минут. Войд мне ДБМ написал, типа, отрицательный эффект на шарпе стуле. Чё это за эффект? Типа, какой? Понял. Драгма умер. Заебись. Чё, мне зайти нахуй или пало? Алло, это... Проблема, что сфера ложит. Она просто шотает магов, блядь. Дикость умер, нет, сверху. Дикость убила... Тут сейчас весь рейд убило от светлой воронки, потому что они взяли сферу. Понимаю. И признали ничтожеством. Ага. Да пусть балуют.
Ну я могу попробовать, но не факт, что я выживу. Не такой гир там. Иди. Давай. Царь, смотри, у нас есть ДЦ, который при щите тебе дает хасту. Соответственно, собирать сферки вообще на изи. Это не факт, что он хасту дает, там талант. Он может, он не взял талант. Это холли приезд тело идут. Ну, кто-то ускоряет. Я как ловящий сферки тебе говорю, что какое-то ускорение есть. Я ловлю сферы с этого края. Так, ну, тогда я черную возьму. Ловлю, всегда ловлю, когда мы убиваем. Ну что, мне черную тогда брать? Мне что, черную брать обратно? Старый обезьян. Сейчас только черные брейки летели. Так он сферы собрал, получил 100% ФПС и бустанул. Да. Светлая воронка, норм сюда. Нерв может, не? КЗ, давай я уже. Давай, Гера. Я может. Уже давал подключить. Была Гера на договоре на пост. А. Ну
Не, не, а раньше было. 2-3 секунды было. Да, на черную меняем. Меняем на черную все. Дело было не в бобине, а в кабине, да? Понятно. Вау. О, выбор хороший. Три тринки, да неплохо сходили. Игра? Нет, мне не нравятся эмки. Да там пиздец, пианино, ебать. Кнопков много очень. Там кнопок слишком много, и чуть не попадаешь, проебываешься минус 2. Там больше, чем в коте кнопок. У меня у JDDK. JDDK. Да, да, танковский у меня. Даже грит не на. Опа. Морд Беттер 72. И майонез 68. А, не-не-не, там Fuck Me Please 74. Шаман, Fuck Me Please 74. Царь, Дойт Беттер и Fuck Me Please. А это 74 не вижу. Ну, посмотри, вон выше. Я за Дойт Беттер заберу, он говорит. Выше царя обезьян на 2. 74 он заролил чел. И браво. Это, наверное, на локал, да? Это холи прист, лок. Лок такой. Блять, я хоприст, помогите. У меня шипешная шмотка, без духа. Вот такая. Это в какой пояс, блять, алло? Это ж... Ага. Ну отдай локо. Да. Лок, пусть демона бафер тогда делает для гильдии. Лок, с тебя одно серебро. Может 30 все-таки. Ну как понимаешь. На ханта. Да, кошачья. Ну, я на холи приста через крит, через обновление и флешку. У меня есть правая рука, но она тоже такая, знаешь, шипешная, на меткость хаст. Ну, смотри сам, мне такое.
Ну, мне сказали, что это хуёвый билд. Ну да. Я на офиг ролю. Ох, можно порулить? Можно, можно рулить. Мы все равно все поебали. Вообще-то охуенный лут. Ой, я возьму. А, стой, стой, стой. Ай, ладно. Пусть он берет, мне еще далеко этого ДК делать. Если мы близко, пусть берет. Ла, давай возьму. Бар сказал то, что паладин. На ханта. Опа, нихуя. Я 39, мне отдавайте, ага. Да. Один равно один. Спасибо. А у меня такой же. Че, на престов, на хай-престов на ДЦ забирайте охуенный поезд. Да нет, тут кто-то уже там стоит. За ОД. А вар, вар не на офспек ролил. Ой, на офспек ролит. Вар. Ну я сейчас танком ходил. Вопрос. Че, куда идем или свободно? Грул маги гер сейчас. А-а-а. Что такое? У вас обычка есть. На этом боссе, либо он встал из тела до убийства босса. Чемпионы, да. Он тебе не отдает? Наверное, блядь, не помню. Ладно, давай. Ну, Лим Хирну попал. Да, у него один спик приписан. Сука! А он нового спек ролит, а я сейчас на хэпресте был. Ага. А, тогда забирай. А, ну верслип ебанутый. Отдавай ему. Нет. Напутствие, блядь. Все, блядь, я полетел квасить, нахуй. Я дождался этого ебаного ролла, блядь, ПК, нахуй. О, дядя. Ванзай 10 приор. А Джедит он не пук? Нет, он есть. Не я его помню, он вчера РБК собрал, блядь. Охуенное просто. Да нет, Ванзай по приоритету больше. Хочет, берет. Ну чё, Ванзай?
Ну, я не откажусь, потому что мне до чешки, наверное, за очень долго. Да. У меня меткости до жопы. Там пацан с воятелем ходит. Куда я? Это вообще я не знаю, блин, куда я эту метку сдеваю. Вась. Там типа факт 5% нужно. Салан. На приста сейчас зайду, подожди, вы. Там этот пристал чата хочет рецепты паролить, Войд. А, да, кстати, рецепты тоже паролил. Вот я сейчас бы паролил. Бля, сейчас, я погоди, погоди. О, я бы тоже. Ну как всегда. А, ну Войд, забирай. Бля, я уже в Долоране. Можно мне присмотреть, пожалуйста? У меня профы есть, алло. Не, это... А, такой... Блять, мак! ДЦ у тебя 450, протяжка. Хорош. Угу. Я ему в ПМ тоже написал, он мне не хочет.